считанные минуты остаются до начала чемпионата мира, и сейчас с нами Артём Лазарев и Екатерина Исакович, которые представляют Украину. Ребята, вы готовы? Да, готовы на всю катушку, и небольшое такое напряжение вообще существовало перед самой поездкой, потому что в нашей паре это как бы первый мир, Катя уже танцевала мир в другом сочетании и в других категориях, а для меня это первый мир, и небольшое волнение есть, конечно, но внутреннее физическое состояние очень хорошее, поэтому спокойны, готовы, настроены, перед паркетом заиграет музыка, switch on, включились и пошли. Ну, тоже ощущение волнения есть, естественно, вот, поэтому, скажем так, пытаюсь как-то найти в себе какие-то источники, чтобы быть более спокойной. То есть я вот делаю такой капюшон, буду скрываться от людей и находить в себе чувства. Вы же такие мокренькие, как будто уже хорошо потанцевали. Ребят, скажите, надо вот устать на разминке, чтобы потом в первом туре в полную выложиться? На самом деле это у каждого индивидуально, кому-то нужно прямо перед паркетом очень много кругов, там 100 кругов намотать, чтобы прям выйти и разгоряченным сразу, а кому-то нужно наоборот успокоиться, сосредоточиться в мыслях своих и выйти. Для меня, лично для меня, допустим, нужно разогреться, то есть разогреться, но не так, чтобы там с каким-то бешеным энтузиазмом, но быть в форме, то есть теплым, мышцы теплые, разогретые, хорошие и вперед. Ну, в принципе, я тоже предпочитаю быть разогретой и душевно, и физически, то есть чтобы я была готова. Вот. Все. И я прошу Андрея показать футболку Артёма, она, его настрой буквально отражает сегодня. Ребята, желаем вам успехов, надеемся еще потом с вами поговорить, встретиться. Спасибо огромное. Спасибо.